Свой юбилей отмечает Тверская детская больница номер 3. Вот уже 40 лет врачи медицинского учреждения стоят на страже здоровья маленьких пациентов. Торжественное мероприятие, приуроченное к знаковой дате, прошло в ДК «Металлист». Слово передаю нашему корреспонденту Наталье Чекет. Сегодня детская больница номер 3 является одним из самых крупных лечебно-профилактических учреждений города. Она обслуживает около трети всех ребят города Твери. Это свыше 32 тысяч человек. Маленьким пациентам оказывается помощь в борьбе как с легкими, так и серьезными заболеваниями. Сегодня в больнице работают молодые квалифицированные врачи. И имеется все необходимое современное оборудование. Последние годы мы очень хорошо обновили оборудование и в кабинеты офтальмолога, и в кабинеты оториноларинголога. И недавно совсем получили рентген-аппарат. Цифровой, современный. В последнее время, конечно, наши ряды, особенно участковых врачей-педиатров, пополнились молодыми специалистами, которые прошли процедуру аккредитации. 40 лет по человеческим меркам – это уже зрелый возраст. Однако коллектив больницы полон сил и энергии. Конечно, в поликлинике работают и те, кто пришел уже очень давно и отработал не один десяток лет. Елена Павловна проработала в больнице около 28 лет. Сейчас уже на пенсии. Работала на разных должностях. Я работала врачом-эндокринологом сначала детским, потом я работала врачом-реабилитологом, и потом уже моя карьера закончилась тем, что я работала в дошкольно-школьном отделении. В ДК «Металлист» во время торжественной части со сцены звучали слова поздравления в адрес коллектива детской больницы. Детским врачом, специалистом, медсестрой, кто работает с детьми, может стать далеко не каждый. И вот здесь сейчас находятся те люди, уникальные действительно люди, которые могут работать с детьми. Пожелать прежде всего учреждению вашему долгих лет, успехов, чтобы оно цвело, чтобы все те положительные изменения, которые несет в себе здравоохранение, связанное либо с национальным проектом, либо просто укреплением и кадровым, материально-техническим, чтобы оно максимально вашу больницу поднимало, поднимало, еще раз поднимало. Лучшие сотрудники детской больницы номер 3 были награждены грамотами и благодарностями. Мероприятие продолжилось праздничным концертом для врачей и ветеранов медицинской службы.